Вот это я вот подумал. Мне, например, зашибись, я гоняю. Что бы сделать им, чтобы они с такими хмурыми лицами там не стояли? Я давай на велик разные фишки лепить. Короче, ну смотрю, люди фотографируют просто наш машина. Так, ну-ка, окошко открывается, дыр-дыр-дыр-дыр, фотоаппаратом щелкал. И таких случаев вот. Я в восторге просто-напросто. Я давно не испытывал такого удовольствия от общения с людьми. Тем более, что люди тут молодые. И интересно все-таки мне посмотреть, как молодые относятся к велосипеду. Как они себя ведут. Привет, друзья! Вот так вот проходит закрытие летнего велосезона 2006 и открытие осенне-зимнего. Путь нас лежит по трассе Курган-Тюмень до озера Чиколь. Предлагаю всем велосипедистам городов, деревень окружающих присоединяться, потому что это весело, здорово и интересно. Настоящие открытия происходят в одиночестве. То есть самая острота, когда ты путешествуешь один, где-то далеко на природе. То есть когда прекращается внешний диалог, когда начинается разговор с твоим внутренним «я». А при выезде из города Кургана я ехал первый, и не только при выезде, в принципе, обгонял всех вот этих форвардов, там, стелсов. Ну и ничего, велосипед нормально выдержал. А старая советская закалка дает о себе знать. Велосипед, он дает такую возможность или как бы свободу заехать и побывать в таких местах, куда обычно как бы пешком или на машине не очень потянет, можно так сказать. Ну. Очень, конечно, понравилось. Тем более, что мы давно уже хотели съездить на Чиколь. И вот как раз такая возможность предоставилась. Ну, вообще здорово, классно, когда вот так вот собирается много народу, все куда-то едут. Я уже велосипедом занимаюсь очень давно. Можно даже сказать, что велосипед – это для меня все. Это мой образ жизни. Это способ побывать в тех местах, где я не был, где куда невозможно добраться на автомобиле, или можно, но это как бы, ну, не так интересно.
велосипед. Велосипед – это прежде всего определенная степень свободы, поскольку ты не зависишь ни от кого, ни от людей, ни от транспорта, едешь сам себе хозяин. У меня там электроник, он невидимый такой. Давай, сыроега, крути педаль. Неважно, какой у вас велосипед, трек или салют, главное, чтобы вы оказывались в компании друзей. Не зря говорят, как бы для меня вот велосипед теперь стал не просто села, покаталась, а вообще вот именно, когда после работы приходишь уставший, велосипед помогает отдохнуть. Хотя, казалось бы, ехать, устанешь опять, а наоборот, какие-то силы откуда-то берутся. И... я для себя открыл, что я могу проехать такое расстояние, и как бы это очень даже как бы не предел, так что есть возможность продолжать и стремиться куда-то дальше, дальше за пределы области. Было очень интересно.